Айо, друзья, я всех приветствую на MyCSGO. Сегодня мы с вами залетаем и открываем новый скинчанский, выбиваем к себе в инвентарь. Ну и что, хочу тебе напомнить, то что ты можешь залететь вместе со мной по промокоду DENERS, получить плюс 35% депозиту. Легко залетаешь, закидываешь, например, косарь, получаешь 1350, то есть 350 рублей просто на халяву. Например, закидываешь двушечку, 2700, то есть 700 рублей на халяву. Закидываешь 5000, 6750, то есть 1750 рублей на халяву. Ну а вдруг ты закинешь десятку, то есть 3500 ты получаешь на халяву. Ну что, не будем затягивать с просмотром, погнали смотреть. Напоминаю тебе, как всегда, промокод DENERS дает 35% депозиту, да. И все ссылочки, как всегда, будут закреплены в комментарии. Погнали смотреть видео. Итак, сегодня на балансе у нас будет 12500 рублей на MyCSGO. Сегодня подкроем новые скинчанские в киловатт кейсы, также подкроем новые кейсы и так далее. Смотрите, друзья, напоминаю вам то, что на MyCSGO у нас проходит раздача скинов. Вы просто пополняете баланс, получаете тикеты, участвуете в раздаче скинов. Все легко и просто, активная раздача постоянно здесь происходит. Мифические раздачи, легендарные, эпические, редкие, обычные, да. Это все зависит от редкости предмета. Также на главной странице вы сможете сверху розыгрыш 7 чудес света поучаствовать. Здесь разыгрываются у нас 4 ножа, 4 пары перчаток и 12 АВП. То есть у нас с вами... В общей сложности получается сколько? Правильно, 20 мест. Вот все эти призы. Вы без проблем можете выполнять 14 условий. Они просто просты. Подписаться на социальные сети, там открыть какой-нибудь кейсик. И возможно именно вы выиграете. Тут не обязательно там прям много билетов. Ну конечно же, чем больше билетов, чем больше шанс выиграть. Но все равно у каждого есть свой шанс. Так скажу вам. В раздаче скинов участвуйте, не забывайте, это очень круто. В ограниченной серии также появился кейс Smile, который стоит 4444, как бы ни много ни мало. Но здесь у нас с вами есть топовые скинчанские. Это трое пар перчаток, трое ножей и топовые скины здесь находятся. Прикольный кейс, это вот Smile, не просто так он называется, потому что такая-то обезьянка сидит, улыбается с бананами в кейсе и с пальмами, да, вокруг. И прикольно, дроп здесь с вами падает. Другие дропов нету новых. Кстати, многие спрашивают в комментариях, как ты открываешь бесплатные кейсы. Вот эти вот MyCSGO коины вы копите, да. Ну вот, прямо смотрите, кейсики. Крутим, бац, видим. У нас здесь нету бонуса, а вот здесь есть бонус. На каких-то кейсах, да, есть бонусы. И когда вы их открываете, у вас копится автоматически бонус. Давайте прям кейс дам база откроем. Мы с вами 10 раз. Видите, бац, прибавили с вами бонусы. Чем дороже кейс, чем больше вы его открываете, чем больше шанс, то что что-то интересное дропнется. Вот такие дела. Кстати, кейс дам база, прикольный кейсик. Можем его с вами пооткрывать. Вот видите, 688, бах, 702. Ну так вот у нас с вами открывается хороший как бы дроп. Давай еще раза три его крутанем и пойдем другие кейсы пооткрываем. Сегодня я хотел киловатт кейс пооткрывать, потому что вот на 4000, кстати, дропнулось. Это очень хорошо. Киловатт кейс, классный кейс, где можно выбить классный дроп, потому что намного выгоднее его здесь открывать на MyCSGO. Стоит всего лишь 300 рублей. А самой CS, да, если вы открываете, то вы тратите минимум 600 рублей на открытие. Это кейс плюс ключку, ну, как бы сложновато, да. Кстати, 6500 предыдущее открытие было, у нас на балике было 15 тысяч уже с вами. Сейчас посмотрим, сколько будет на балике. Ну, вот 15400 уже с вами. Я, ну, говорю, вот этот кейс Донбасса, прикольный кейсик, где вот 5900 выпало. То есть уже 19 тысяч. Кейс Донбасс, прям хороший кейс. Но я думаю, пофармили мы здесь... Прям пофармили знатно, хотел просто показать, как эти бонусы, уже 848 бонусов, уже 861. Давай какое-нибудь сейчас еще хорошее открытие, такое на 1003-5, и можно будет уходить отсюда на киловатт кейсик. Я думаю, в самый раз будет. Я думаю, уже столько не даст, надо было раньше, да, уходить. Все, давайте два раза откроем и все, давайте раз. И второй раз открываем и уходим на другой кейсик. Вот 3300, кстати, выпало, отлично. И все. Пойдем сейчас киловатт кейс пооткрываем на 2000. 18500 на балансе. Вот это мы с вами нафармили, да. Хотел вам показать бонусы. Нафармил сколько? Сколько я бонусов? 300 чем-то бонусов, да, я вроде нафармил. Так, киловатт кейс, 300 рублей, 10 штук. Скинчанские все имеются, ножик. К сожалению, пока что один только ножик. Но возможно, что скоро добавят еще ножики, которые можно будет выбить, потому что их как бы скупают.
и не все можно здесь поставить. Так, какую-нибудь эмочку, Зевс, либо Юспик хочу здесь выбить, было бы идеально, так сказать. О, вот и эмочка, кстати, да, трешечку. Давай пока что продадим, чтобы был балик. Сейчас эмка ближайшие два открытия выпадет, то можно будет забрать ее. Так, пока что не выпало. Пока что не забираем. Надо будет ее продавать, если она опять сейчас выпадет. Так, Зевс выпал. 16 на балике до сих пор есть. Блин, калаш либо авик было бы просто идеально. Авик стоит девятку. А сколько калаш у нас с вами стоит? Калаш стоит 15, да? Нормально, нормально. Было бы очень круто, если их выбить бы. Я бы по-любому его оставил бы и не продавал бы. Так, здесь у нас не падает ни М-ка, ни... Уже давно, кстати, не падает. Я хотел сказать, не Зевс. Вот Зевс упал на 3800, общая сумма кейсов. Надо сейчас, чтобы два раза подряд Юспа либо Зевс выпал. Так бы хотя балик устабили. Но мы хотя и так даже в плюсе при таком открытии. Ну вот, ну все, сейчас пошел у нас уже баланс. Кстати, М-ка выпала, Юсп был на 8500. На 8500 выпало. А давайте мы, знаете, как сделаем? Мы эмочку и юспик вот этот оставим на 6300. И давай два раза открываем и уходим в другой кейсик. Если ничего не выпадет, давай три раза, если ничего не выпадет. Так, первое открытие было, второе открытие тоже ничего не упало. А, не, эмочка упала. Еще одна эмка, а мы ее тоже оставляем. 4000 рублей. Так, третье открытие. Тук. И дай закрепляющий, пятый, ладно. Раз тогда у нас упало, может что будет еще продать. Давай, все, последний бац. И уходим. Так, выпадет что-нибудь. Блин, даже хочу еще, классный кейс. Давай еще. Классный кейс, хорошо падает. Блин, я хочу, чтобы выпал какой-нибудь Юсп, либо Зевс, было бы вообще круто. О, еще одна эмочка. Тут. А давай ее тоже оставим. А мы ее тоже с вами оставляем. Хорошая эмочка, хороший дроп. А к эмочке нужны перчатки, да? Погнали какие-нибудь недорогие перчатки, по-моему, выпасть, потому что у нас не сильно большой балик остался. Я бы пытался, конечно, вот тут вот выбить бы за 123 рубля вот эти какие-нибудь обмотки. Но вот, где, вот в этом кейсе, вот в этом, очень часто падают вот эти перчатки, вот эти. Тут вообще даже можешь сейчас первый раз, кстати, упасть, смотрите. Здесь очень часто падают перчатки, и недорого как бы открытие 100 для 10 раз. Я считаю, что можно... Вот, видите, выпали перчатки. Но они дефолтные, я не хочу. Я их продам. Я лучше хочу какие-нибудь желтые, либо обмотки рук тут выбить. Они, ну, недорогие, поэтому давайте попробуем желтые, либо обмотки рук. Let's go. Сейчас, прикиньте, сейчас больше не выпадет до нуля балика, сольется и все. Скажут, ага, о, вот эти желтые перчатки, вот так вот. Я говорю, вот в этом кейсе они очень часто дропаются. Прям нормально. Прям вот эти перчаточки. Хорошо, отлично, хороший майнинг кейс, гловин кейс. Могу мне его советовать. Так, также прикольный кейс Донбасс, да, я вам говорил. Мы уже с вами пооткрывали, мы там нафармим баланс. Давай попробуем еще разочек. У нас балик позволяет, потому что 7 раз где-то или 8 раз мы сможем с вами открыть. Сейчас, может быть, какой-нибудь дроп прикольный повытягиваем отсюда. Надеюсь, то, что после меня никто здесь не открывал, то, что я его продавал, там кейс, дроп этот остался весь. И не позабирали, так сказать. Так, на 300 там выпало. 1900. Так, здесь тоже какого скина нормального нету, я сразу это вижу. Надо какой-нибудь за 1005 выбить, 1003-5, можно будет оставлять. Здесь тоже. Хотя я смотрел звездный, да, я думал, что как бы он нормально может стоить. Но это не... перчатки! Семнашка! Вот это хорошо, вот это хорошо. Нам двое пар перчаток упали, но то, что здесь дамбазик, это очень люто. Это очень люто. Давай еще разочек здесь откроем. Это очень люто. Давай три раза открываем и уходим. Вот это очень люто. Вот это очень круто. Вот это просто вау. Супер. Так, отлично, отлично. Так, а 5900 остается. А давайте на последующих, знаете, какой кейс откроем? Я сейчас покажу прикольный кейс. Они есть разные категории. Вот тут, смотрите, 5, 9, 12,5, 17,500, 25, 37,500 и 50 тысяч. Нам хватает на пятачочек. Тут тоже классные скины есть, смотрите.
Давайте медленно пролистаю. Вот смотрите какие. Попробуем открыть медленно. Let's go. Можем быть крутой. Здесь сейчас выбьем с вами. Будет круто очень. Перчатки стоят. Не, о, коалиция. А сколько она стоит? Какого качества? 1400. А давай оставим. Ладно, в минус в кейсе, но я в полноценном мы в плюсе. И вот осталось 929 рублей. Ну и погнали, давай. О, нет, здесь я не хочу. 900. А давай два раза. Три не хватит, два раза сахар шоу. Ай, unlucky. Один раз. Let's go. Unlucky. Все, погнали, посмотрим, что выпало и на какую сумму. Ну что, друзья, вот такое у нас с вами открытие. Такие скины у нас с вами выпало на сумму 41 174 рубля. Я считаю, это крутое открытие. Ну, блин, скольки мы с вами начинали. А, поэтому киловатт-кейсик открывайте. Донбасс-кейсик открывайте. Хорошие кейсы. Перчаточный майнинг-кейс открывайте, где дропается частенько. Поэтому давайте с вами попрощаемся. Попрощаемся мы с вами как все на фулл вебочку, да. Напомню тебе о том, что можешь ввести мой приличный промокод Денерс, который дает мне дальше мотивацию открывать именно кейсики на MyCSGO. Он дает тебе плюс 35% депозита. Это хороший бонус, большой даже, скажу тебе, бонус. Ну и напоминаю тебе, как всегда, все ссылки будут закреплены в комментарии. Переходи туда, оценивай. И не забывай проставлять комментарии, лайкосы, подписку на канал. До новых видео. Пока-пока.